Задорнов перед смертью назначил Галкина своим приемником. Их многое связывало. Смерть писателя-сатирика Михаила Задорнова стала шоком для его коллег по артистическому цеху. «Закрыта навсегда немалая часть моей жизни», – признался Максим Галкин. Сколько было встреч, совместных выступлений, разговоров. Когда-то в 99 году он пригласил меня в свои концерты, и я впервые смог стать участником гастролей большого артиста, познакомиться с прекрасной тонкой публикой. А уж тогда он назначил меня своим приемником в телеэфире. Это придало мне особое успокоение. Мы были разными людьми, часто спорили на исторические и политические темы, но нас всегда сближали верной сцене и юмор, продолжает Максим. Даже тяжелая болезнь, жестко и неумолимо забиравшая у него жизненные силы, до последних дней так и не смогла отнять у него самого главного – остроумия. Год назад он позвонил мне и рассказал о своем диагнозе. Со смешком сказал, что звонит всем, кто ему дорог, чтобы поговорить и попрощаться. Даже в такие моменты он был верен себе.